Всем, ребята, привет, вы на Икотплей, и мы давайте посмотрим аквариумная игрушка Акварист. Вот. И давайте посмотрим, что в ней есть, что можно делать, и может вам понравится, и вы захотите для себя что-то открыть такое, посидеть и релаксировать, я, наверное, думаю. Привет, сын. На твое 14-летие я приготовил для тебя специальный подарок. И одновременно боевое задание. Ты ведь знаешь, что я без ума от рыбок. Пора тебе завести свой первый аквариум. Днем рождения, пока я не забыл. Вот тебе немного денег, чтобы оснастить твой аквариум. Трать их с умом. И вам интересно, почему я такой сильный? Что поднял весь такой аквариум? Нужно пить много рыбьего жира в молодом возрасте. И ты вырастешь таким, как я. Не только эти хлопья с молоком. Окей. Давай, давай. Так, у нас 600 монет, да? Так, это наш аквариум. Но важно привести соответствующий тип воды. Подходящие рыбы, растения и украшения. В противном случае... Так, короче... Нам нужно, типа, помещение для звезд. Мой первый аквариум. Так, черты, объем 150, температура 14, pH воды 7. Это мой первый аквариум, который я получил от папы на день рождения. Он маленький, и его хватает, чтобы знать все, что нужно об аквариумистике. Нифига. Так, и что у нас? Так, нам нужно выбрать... А, какой-то грунт, да? Типа воды. Так, что это у нас получается? Мы только... Так, мы купили? Купить лопату для грунта, да? Так, отлично. А это скребок очищает, да? Давайте разберемся дальше. Так, это мы все. Так, а где у нас... это все магазин. А где все остальное у нас? А, вот оно, да? Забираем и лопатку. Ну, давайте. Ля как, а? Смотрите. Ну-ка, вот так не пойдет. Просто так, да? Вот, неизвестно куда целись. Надо как типа... чтобы нормально получилось. Так, лопатка используется для извлечения и засыпания грунта. Так, это сюда и вот это сюда. Так, отлично. Купите и возьмите камень для своего аквариума. Камень.
Так, ну это все оформление, да, получается? А вот и камень. Отлично. Пока что просто такое ерунду. Так. А, ну здесь показывает куда, смотрите. Да, куда он должен упасть. Угу. Можно сюда, да? А, купите и возьмите 4 камня своего инвентаря. Вы что, тоже мне... А, может быть, оформление какое-то обязательное? То есть не обязательно? Давайте что-нибудь... Вот это вот... Вот это я всегда помню, что часто в аквариум было такая... 27, да? Размер. А, то есть чем... Чем больше, да? Давайте вот... Ну, пока такие купим. Так, что у нас здесь? Я думаю, это небольшой. Деревяшка. Давайте деревяшку купим. Колонну, да? Так, это все у нас есть. Оно... Ой, оно... Так я хотел аккуратненько, да? Так, и, ну, можно будет поместить. Так, это вот сюда. И корягу. Так, редактировать. А, редактируйте. Блин, ну как-то пусто, да? Все равно. Щелкните правой мышкой что, на украшение, чтобы, например, камень сделать его статичным. Таким образом будет украшение... другие украшения не опрокинут его. А, давайте его так. Редактировать, например, да? О, ну большое. А, то есть плюс-минус, да? То есть мы сразу можем это сделать. Это же очень удобно. Так, и, наверное, все-таки, если его... Сюда как-то, да? Так, поставим статику на него. Просто я хотел именно, чтобы какое-то определенное место, да? Так, этот статичный тоже. Так, давайте купим фильтр. А фильтр, оно у нас будет... В этом, да? То есть это более лучший фильтр будет. Купим такой. Какой есть. У нас... Блин, а чё он такой? Так. Привет касается слегка стекла. Ну, все равно он получается... Обычно он где-то вот так, да? Наверху. Можно его вот сюда. И пусть он здесь будет. А...
включить фильтр. Отлично, пошла. Купите нагреватель. Чтоб... Так, вот он. Так, возьмем. Вот наш первый, как бы сказать, аквариум. А у вас было, ребята, свой первый аквариум? Как вы... У вас было... У вас получилось вообще им пользоваться? И остались ли они у вас живы? Мне вот, к сожалению, такого удовольствия не было. И, ну, было печально, потому что не было такого опыта, да, и у родителей то же самое, не было опыта. Так, проверить, включить его, чтобы подогрев воду, да? Угу, отлично. Так, купите термометр. Также он находится здесь. Так, музончик здесь такой спокойненький, релаксирующий. Давайте поставим его рядышком, да, чтобы не... Не засорять. Хотя можно его и сюда. Вот как-то... Ну, рядышком, да? Так, в аквариум можно, можно запускать рыбу. Купите 2 золотые рыбки. Давайте. Вот они, да? Золотая рыбка. Так, а чё? А по дороговизне, да? Так, пресноводные, пожиратель водорослей. Количество растений 2 и 3. А, чё там? Не видно, ребят. Надо будет, я не знаю, подредактировать или чё, не вижу. Сколько украшений? Давайте купим. Так. Есть. Так, а какая температура там должна быть у них? 18-24. Так. Нифига не видно ее. Так, еще одну. Золотая рыбка. Состояние рыбы определяет ее параметры. Если рыба довольна каждым из них, она будет расти и родить потомство. Хороший способ зарабатывать деньги. Покупать маленьких рыбок и растить их до тех пор, пока их стоимость не увеличится. Крупных зрелых рыб можно продать еще дороже. Если не заботиться о рыбе, она перестанет расти и размножаться. В крайнем случае, она может даже умереть. Уровень голода. Нужна ли рыбе еда? Рыбы, которой не хватает еды, погибают. Рыбы счастливы, когда их кормят. Рыбы, которые являются хищниками или голодными, будут охотиться на других мелких рыб, чтобы прокормить себя. Так, температура поднимается, да? Голод, растительность маленькая, да? Для рыбы очень важна температура. Старайтесь держать ее в рекомендованной для рыбы диапазоне, когда у нее будет хорошие условия для роста и размножения. Температура слишком низкая или слишком высокая. Рыба будет недовольна, может даже умереть. Можно разное количество растений. Старайтесь поддерживать количество. Необходим правильный параметр выживания. Покупка некоторых растений, продажа крупных растений — это хороший способ зарабатывать. Рыба относится к украшению, как к месту, в которое она будет прятаться, как и разнообразию их среды обитания. Убедитесь,
что их достаточно, чтобы рыбы чувствовали себя хорошо. Помните, что для данной воды подходит только определенный подходящий предмет. Например, пресная вода, камни, соленая вода и коралл. Некоторые рыбы любят жить в небольшой группе, и другие предпочитают большую компанию. Подберите их нужное количество, чтобы они чувствовали себя хорошо и размножались. Иногда придется докупать новую рыбу, вылавливать их или продавать. Время от времени стоит проверить количество и состояние рыб. Правильный уровень pH в аквариуме. Очень важный вопрос. У каждой рыбки есть свой индивидуальный отсек, в котором она чувствует себя лучше всего. Уровень pH может регулировать с помощью специальных предметов. Помните, что чрезвычайно высокий или низкий уровень pH может даже убить рыбу. На вашем экране появляется это предупреждение. Одно из растений находится в плохом состоянии или умирает. Вам нужно найти и создавать для него подходящие условия. И на экране появляется это предупреждение, что рыба находится в критическом состоянии и умирает. Если на экране появляется предупреждение, вниз аквариум не работает фильтр. Рыба в таком аквариуме начинает умирать от недостатка кислорода. Вы должны найти этот аквариум и устранить проблему. Нажмите на имя и введите новое имя для вашей рыбки. Отлично. Мы должны позаботиться о ваших рыбах, купить и принесите корм для рыб. Так, что у нас здесь? Температура повышает растительность. Еще нужно, да, какая-то. Надо будет посмотреть, что можно сделать. Количество рыб. Наверное, еще одну рыбку надо. Украшение сделать. Так, пресноводный. Пожиратель водорослей. Пресноводные. Так, а у нас. Мне нужно, пожалуйста, выберите. Это вот эти, да? А, то есть обязательно, да? Корм для пресноводных растительных рыб. Вот. Купим. Отлично. Дайте. Малявы, пожалуйста. Вот все. Голод. Голода нету. Растительность надо. Украшение, растительность, да? Давайте. Вот она, да? Давайте возьмем данную. Так. Наверное, данную. О. Так. Вот это тоже купим еще. А что здесь оформление? Камни всякие, ветви опять эти. Хотя можно еще одну взять колонну. Так, колонна. Так, корм, иди отсюда. Типа так и есть, ну, типа падение, да, вот этих вот колонн. Это, так, температура, в общем, даже неплохая, вроде бы как, да? Так, надо. Так, температура не очень, да? Ну, сейчас она может вырастет. Так. Здесь у нас бревно же. Ой, а это что такое? Ну, это что-то большое, да?
А можно как-то поменьше, да? Так. И то вот, наверное, сюда, да? Так, что у нас? О! А они размножаются, у нас уже три рыбки. Температура есть, растительность есть, украшение. Количество рыбок, pH в воде. Повышается. Угу, все прекрасно у нас. Ребят, это радует. Так. Ну-ка, аккуратненько. Угу. Так, корм есть. Растительность есть, украшения есть. Так, золотая... Угу. Так, что-то не хватает. Я знаю, купите, принесите фон для аквариума. Где? Здесь можно... А, фон купить. О, ну давайте вот такой. Нифига себе. Угу. А, давайте вот с этой стороны, да, сделаем. Ну и все. В некоторых аквариумах для размещения фона можно использовать больше стенок. Купите другой фон, поместите его на следующую стенку. Лявы какие, а. Хитрые. А бабки где я должен? Какую же взять? Да? Вот сюда. Во. Возьмите какую-нибудь декорацию, например, камень, и поместите его на фоне, чтобы создать уникальную композицию. Там, кстати, есть. О, ящик. Ого. Дорого. Дорого. Вот есть вот такой камень, да? Видите? Не с обычный. Дорого. Купите и возьмите скребок для... Блин, у нас бабок столько не хватит. 10. Хватит. 10. Смотрите. Так, а где он? Удалите один из фонов с аквариума, нажав на него. Давайте. Мы по-прежнему можем улучшить ваш аквариум. Купите и принесите светильник. Ладно. Свет для ребят купили. Так, хорошо. А я думаю, вот с этой лучшего стороны. Хотя. Так, давай, наверное.
Давай вот так. С этой стороны. Белый. Включить. Голубой. Мощность. Во. Также можете удалить украшение из своего аквариума. Поднимите одно из украшений и поместите его в мусорное ведро. А какое здесь? У меня все нормально. Че вы гоните? Все красиво. А где мусорное ведро? Вот это? Ага. Так, пришло время посмотреть на ваш аквариум вблизи. Нажмите на аквариум, чтобы перейти в режим свободного перемещения. О, а теперь можно им наблюдать, да? После посмотрения аквариума можно выйти из режима свободного перемещения. Щелкнуть правой мышкой, как обычно. Тут прям удобно. Так, что у нас по температуре? Не голодная температура. Так, ну все, в принципе, они рады. Температура такая стабильная для них. А можно даже... А можно повыше, да? 19, да? Потому что... Сколько там? А, нету, нельзя, посмотри. А где можно? А, после аквариума можно выйти из режима свободного. Так, отлично. О, батя, я все сделал. Отлично работал, сынок. Твой первый аквариум готов. Пришло время выдержать настоящее испытание. У меня проблемы с аквариумом в гостиной. Займешься этим? Конечно, я дам тебе деньги, чтобы купить то, что тебе нужно. И ты получишь свои первые деньги. Ну как, хорошее предложение? Блин, прикольно. Разблокировали предметы разные. Деревянный корень. Гипоспермия. Полиспермия. Водоросль, раковина, раковины разные видов, да, скульптура. Фиктуларис, аплюсия, коралловый полип. Так, ангел из Изабеллита, бермудская, красивый. Морской конек. Голубой хирург, вот этого я знаю, я видел его. Я ангела видел. Крупнопятнистый... Спинорог? Нет. Раковина, похожая на какую-то это. Из ракообразных, да, что-то. Он для аквариума открывается. Хорошо. Иди за папой в гостиную. Батя, ты где? Сохранен. Спасибо, что я сохранен. Музон. Так, это кухня. О, здесь мама. Я думаю, что совершил какую-то ошибку. И все рыбки погибли, и вскоре после этого появился водоросли. Мне не очень хорошо получается. Может, поможешь мне это исправить? Я хотел приобрести морских рыб. А, лучше всего морских коньков и голубых хирургов. Вот тебе немного наличных, что купить необходимое. Если у тебя получится меня удивить, ты получишь сегодня свои первые деньги. Так, купите, возьмите сетку. Ага, извлечь сеточку. А это что? Это губка. Купили. Так, отлично. О, 1300 он дал нам, нифига себе. А где? А, недалеко. Блин, беда. Нажмите на та, чтоб... Или мусорное ведре. Блин, жалко рыбку. Жалко рыбку. А мы можем сразу вот так одну? Ага. Да. Стекла покрыты водорослями. Купите, принесите губку.
Где же Патрик? При создании данного продукта ни одно животное не пострадало. Там губка, да? Ну, такая удобная, да? То есть палка с губкой обычной, которая используется. Ну, прям просто с... ничего такого особенного, да? Если так посмотреть. Это же обычная губка. Так, подожди. У нас здесь фильтр еще за... Его надо заменить. Потому что, видите, фильтр вообще засран. И температуру надо, и вот все это установить новое. И оформление то же самое. А тем более он хотел то, что у нас открылось. Синенькие, да? Извлеките. А, то есть можно его промыть, да? То есть его можно помыть просто. И типа он будет потом функционировать. Отлично, он полностью чистый. Хорошо. Оставим, где он был. Так, нагреватель и термометр. Так, и заберем сразу же их. Так, прикольно, то есть не нужно покупать новые, мы можем воспользоваться старыми. Это очень выгодно. И, не знаю, не то чтобы выгодно, а как бы сказать, рабочая схема. Рабочая схема, которая нас... будет радовать, да? Ну, ничего так. Это прикольно. Я не знал всех этих тонкостей. Как сказать, я для меня это будет как что-то первое, да? Так, давайте, наверное, поместим. Я хочу вот с этой стороны поместить. Рядышком, пусть они работают вместе. Не будет где-то где-то отличительный момент. Итак, купите, возьмите шланг. Купите, возьмите шланг. А, вот, змея. А, перелив. Перелив сделать. Воды, да? Или что-то такое? А, ну, давайте. Ага. Ведро. А... Подождите, а зачем? Типа слить вот эту вот воду, да? Подождите. Мешок черной водой. А вот она, ведерко. Разница. Ценник. В чем суть ценника? Не совсем понимаю. Удержите ведро, нажать. Ну, давай. У вас неплохо получается. И также наполняете, да? То есть вылить воду. Вообще, то есть мы, например, с вами взяли и почистили аквариум, да? Почему нам сначала может быть нам нужно сначала воду слить, а потом уже, ладно, рыбки, да, там в воде быстрее понять, но вот это все мыть и все такое, почему нам не сразу это не предложили? Воду же надо слить, это было бы уместнее, я думаю. Намного лучше было бы. Так, шланг мы уберем. Хорошо. Используй лопаткой, удерживайте левую, что мышкой, используй грунт. Подожди, он у нас наверху.
нас же грунт есть. Мы не будем 200 раз покупать одно и то же. Так, мне нужен грунт. Так, это мы сюда бросим. Лопатку возьмем. Так. Вы здесь отдыхайте. А, подождите. Ну-ка, брось. Так, посмотрим, что у вас там. Все хорошо? Потихоньку, да, все хорошо. Все, все нормально. Так, на пятерочку. Возьмем лопаточку. Так. Ой, извиняюсь. Не туда. Не туда. Так. Используйте лопатку или удерживайте левую мышку на воде. Используйте грунт, чтобы ее извлечь. Так. Так, грунт нам не нужен. Тогда получится. Подожди. Вот это мы убираем, да? Плохой грунт. Ну, уже старый. Все такое. Вот, да, вот сейчас. Я думаю, грунт лучше было бы убирать в воде, чтобы он не пылился и так далее. Но он не был... чтобы стекло не было грязным. Ну, как для меня. Мысли мои. Ну что? Так, отлично. Прикольно. Очень такое успокаивающее. И игрушка такая интересная. Че бы нет. Хорошая работа. Заполните весь аквариум водой. Сейчас заполню. Опа. Купите и принесите морскую соль, чтобы изменить тип воды в аквариуме. Соль, вот, видите, хорошо, взяли. Держа соль, нажмите на аквариум, чтобы высыпать ее и сделать соленой. Вы действительно хотите поменять тип воды? Помните, что рыбки и растения могут быстро погибают не подходящей воде. Если вы хотите сменить воду, напрямую на воду залейте и всю. Окей, понял. Чтобы закрыть панель, поместить светильники в аквариум. Включите нагреватель, включите фильтр, установите фон для стенку, запустите голубой хирурга, запустите морского паренька, поместите несколько водных растений, положите несколько кораллов в аквариум, обеспечьте морским видом рыб хорошие условия. Делать снимок. Хорошо.
Так, это все работает. Так, что у нас здесь нужно будет? Запустите водных растений. Запустим голубой хирург. Кораллов. 9 штук. Раковина. Кораллы. Тип воды. Угу. Соленые и пресноводные, да? Соленые, да? А все вообще кораллы, ну, адекватно принимают то, что есть. Здесь интересные, да? Это хочу купить. Вот эти вот красивые. Разных видов, да? Данная тоже. Это какая-то. Можно даже две. Чтобы не. Так, поместим вот так, сделаем пока что. Так. Мы давайте. А, вон он, скребок. Как же это нелегко, а? Так, кораллами мы сделали все. Так, водных растений.
Там плохо, да, получается, что-то? Так. Отлично. Можно куда-нибудь сюда. Задал так. Так, все, температура наладилась. Мы настроили. Если не погибло из-за температуры, не успели. Блин, а? И что, она выкинуть? Ну да, придется выкинуть. А это? Непонятно, оно погибло или нет? Да, погибло. Обидно. Блин, ну обидно. Так, ладно. Ничего. Купим еще. Так. Вот это мы взяли. Тоже взяли. Это мы взяли. И вот это. Даже покруче приобрели. Так. И побольше кустиков, да, бы сюда. Так, установите фон, да. Условия еще. Температура оптимальная. Температура хорошая. Так. Так, здесь обеспечьте условия.
Так, красота. Да, вот такой фон очень даже неплохо. Так, надо... Нам нужно морские виды рыб. Надо посмотреть, что там с этими моими. Что там? Что вот здесь? Все нормально. Да, все хорошо. Все хорошо. Что-то такое шлепает, непонятно что. Так. Запустить голубой хирург. 3 штуки. Вот он, да? Что у него? 23. Тип пожиратель водорослей. Количество растений от 6-16, да? Количество украшений непонятно, не вижу. Плохо. Раз, два, три, да? И он... Что там еще просил? Морской конек? Морской конек 5 штук. Плотоядное количество растений, украшений. Температура от 26. От 26, да? Так, это и есть. А чё он непонятный? Он показывал, типа, не включен. Почему показывал, не включен? Так, чё у нас по рыбкам? Ну все, я ж воды. Так, я ж воды, значит, нам нужно соленоватую, что ли, еще? Правильный уровень в аквариуме. Очень важный вопрос. У каждой рыбки есть свой индивидуальный отсек. Минус. Плюс, да? Давай один купим такой и вот такой. Специально подготовленная готовая вода позволяет превратить ваш аквариум с черной водой. Внутри находится множество вещей, которые придают воде нужный цвет, создают нужные условия для организма. А, нифига. Специальный какой-то. Это классно. Так. Нам нужно повысить, да? Нет. Нам поднять. Ну-ка. Ну-ка. Получается? Что-то двигается, да? Потихонечку. Да блин, куда ты бросаешь? Как оно быстро действует?
Да, нормально, во. Отлично. О, норма. Хорошо. Что у нас количество рыб? Мало, да? Надо больше. Температура, ну, норма, да? Хорошо. Так, теперь нам нужны коньки. Данные. Раз, два, три. Пять штук надо. Не знаю, почему они решили пять. Не совсем понимаю. Браусы, мы можем гордиться таким красивым аквариумом. В нашей гостиной пришло время наградить тебя за хорошую работу. Вот твои деньги, я считаю, что ты скоро станешь отличным аквариумистом. Опа, это кто такая? Привет, какой красивый аквариум. Если ты такой талантливый, можешь помочь мне с аквариумом? Мой кот постоянно пытается съесть моих рыбок, и он плохо себя чувствует. Помогите мне, я не знаю, как сделать рыбок счастливыми. Конечно, я заплачу тебе за помощь. Это за... закончу украшать аквариум. Приходи ко мне, я отвезу тебя себе домой. Ух ты. Мы разблокировали еще предметы разные. Еще с грунта, водоросли, скульптуры. Венера Миловская. Типа. Или она. Разные камни. Жемчужины гурами, дискус, гуппи. Вот, кстати, гуппи — это первые рыбки, которые у меня были. Скалярия. Глазочатый остронос. Фон разный, да, приятный. Моп. Для чистки, да? Хорошо. Возвращайся к подруге, когда будете готовы. Так, мы не посмотрели, как там с этим себя чувствует. Нормально? Еда есть, температура нормальная. Пишется рыб. Украшения, побольше украшений, да, им надо? Ну, я бы, да. Здесь украшений бы побольше. Вот здесь вот ящик. Сундучок такой есть. Вот такая вот фигурка. Чё так дорого? Раковины. Давайте вот так. А где у нас? Теперь нормально, да, все. Плавают они здесь. Какие козявки разные. Ну, красиво, красиво все равно.
Эй, вы люди, что вы там смотрите? Ребят, давайте на этом закончим. И, не знаю, там, если вам будет интересно, посидим, поковыряем. Ух ты, он здесь что-то еще есть, да? Интересно. Мы еще не поместили, значит. Конечно, здесь надо еще поработать над оформлением. Вот. Поэтому увидимся в следующих роликах, там что-то на каких-то других играх. И также на стримах. В ближайшее время сразу же будут стримы скоро. О! Фига, 33 миллиметра. Это игра. Кстати, отсылка. Хорошая игра. Очень даже хорошая игра. Хорошее настроение всем. Ригатов. Рад был видеть вас. И пусть у вас все будет хорошо. Всем пока-пока.